Всем привет! Сегодня буду стирать шелковый халат. Как я стираю шелковый халат? Вывернула наизнанку и вынула пояс. Вот у меня халат темный, темно-синий с черной подкладкой. С ним я могу постирать только такого цвета вещи. Вот из трех халатов шелковых я могу только положить один, голубой. Потому что если краска будет вылезать, только его не испортит. Все остальные вещи я должна подбирать по цвету. Вот, допустим, этот халат я могу постирать только с этой пижамой. Одни в одной цветовой гамме. В принципе, это можно стирать вручную, можно стирать в стиральной. Вот эти две вещи стирать нельзя. Вот это малиновый халат, только отдельная стирка. Отдельная для него стирка. И вот такая цветная пижама тоже только отдельно. Вот я кладу туда этот шелковый халат. К этому же добру можно кинуть белье. Какое-то нижнее. Вот в черном цвете я кидаю туда белье. Все черное кружевное, синее кружевное. Все тоже идет туда. Стирка шелковых изделий. Воду смягчают содой, бурой или нашатырным спиртом. Жирные пятна выводят бензином. Воду смягчу обычной содой. У меня 5-килограммовая машина. Вот считайте, что столовая ложка без горки соды. Я отправляю сюда, чтобы когда она шла, она немножко растворилась. Колпачок порошка. Использую порошок шерсть шелк. Вот такой у меня. На шерсть. Шелк можно стирать до 40 градусов. Это я моя книга говорит мне, книга домоводства. Синтетика 40 тоже подойдет. Сода поможет все это хорошо отстирать. Темным вещам и 20 градусов хватит, чтобы краска не полиняла, чтобы цвет не ушел. В отдел для полоскания я буду класть уксус столовый. У меня машина 5-килограммовая, значит 5 столовых ложек уксуса. Все, закрываю и можно стирать. Для стиральной машины нет нужды отжимать в полотенцах, потому что достаточно хорошо отжимает стиральная машина. Как бы я не хотела, чтобы отжимала меньше, но она отжимает хорошо. Вешиваю халаты. Причем сохнуть будет шелк быстро. Я его до конца не досушиваю. Когда он почти сухой будет, я его поглажу. Халат глажу с... Вообще шелк гладит с изнанки, но у меня он с подкладкой, поэтому я его буду гладить с лица, но не сильно прижимая, чтобы не осталось следов. И обязательно выпускаю пар. Сначала рукава. После рукавов выглаживаю плечи, спина. И только потом выглаживаю полку. Вот халат длинный, сначала середину полки, и только потом низ. Вот я прогладила середину спинки, теперь только сейчас глажу низ. Таким образом, все, что я погладила, не мнется, оно висит, свисает с гладильной доски и остается гладким. Теперь перехожу к передней полке, тут же проглаживаю борт. Так потихонечку спускаюсь вниз. Причем вот шелк хорошо выглаживается, когда утюг ходит вот так сверху вниз и снизу вверх. Вот так шелковая ткань лучше проглаживается. А когда вот так вожу поперек, тогда она хуже гладится. А вот так. Вот. Медленно двигаю утюг. Все. Халат выгладила. Гладенький, чистенький. Вот такой простой метод стирки шелка. Ничего сложного не составляет. Погладить шелк, постирать шелк. В следующий раз покажу, как я стираю вручную. Пятна выводим бензином. Вот и голубенький, погладила. Краски не выцвели, не полиняла. Остался такой же яркий, красивый.
Так что все очень просто с шелком. Это не страшно. Ну что, всем пока. До новых видео.